Всем привет! Сегодня у нас 8 мая 2020 года. В этом видео расскажу, чем нужно обрабатывать яблоню сразу же, можно сказать, после цветения. Это красномясы сорта яблок. Вот можно видеть, уже начинают расти плодики у них. То есть будем проводить обработку полностью яблоневого сада. Вот такого заболевания, как мучнистая роса и от грызущих сосущих вредителей. Сейчас покажу мучнистую росу. Так, вот перед нами здоровый лист яблони Gold Rush. И вот я сорвал пораженный лист, такой же самый, мучнистой росой. Вот можно видеть белый налет на листьях. Они покрученные. Эти паганы, пораженные, нужно сразу обрывать и сжигать. Или выкидывать куда-то, чтобы их в саду не было, чтобы не разносить заразу эту. Будем работать системным препаратом от мучнистой росы. И также само пройдемся инсектицидом от яблоневого пильчика. Яблоня отцвела, можно проводить обработку от вредителей и от болезней. Сейчас расскажу, чем я буду обрабатывать. Вот этими препаратами мы будем сегодня работать. Это топаз и актара. Топаз будем разводить в 10 литрах воды от 9 до 15 миллилитров. Все в зависимости от того, как поврежденный сад болезнью. В моем случае это будет 9 мл на 10 литров воды. Актару будем уложить 1,4 грамма на 10 литров воды. И биоприлипач будем уложить 20-30 мл на 10 литров воды. То есть эти три препарата, топаз, актара и биоприлипач, размешиваем и обрабатываем сад в безветренную погоду утром или вечером. Я сегодня буду вечером, после 9 вечера, обрабатывать сад. Ветер должен успокоиться, потому что сейчас поддувает чуть-чуть. И будем проводить обработку. Всем хороших урожаев. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.